Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции вновь провели акцию «Засветись». Автоинспекторы напомнили пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Браслеты, брелоки, наклейки помогают быть более заметными для водителей в темное время суток. Это касается прежде всего самой незащищенной категории участников дорожного движения – детей. Дорожные полицейские провели беседу с юными пешеходами и их родителями. В завершении вручили им световозвращающие наклейки и браслеты, а также тематические листовки.